Привет, друзья! Добро пожаловать в волшебный зимний Петербург! Сегодня мы с вами просто прогуляемся по заснеженным улицам города, послушаем его звуки и насладимся атмосферой. В этом году Петербург невероятно сильно засыпало снегом. Посмотрите только, какая красота! Это мы с вами пришли на одну из рождественских ярмарок в городе, находящуюся на Манежной площади. Пройдя от Манежной площади в сторону Гостиного двора, мы проходим мимо торгового центра «Пассаж», в котором также располагается новогодняя ярмарка. Посмотрим, как украшен к Новому году Невский проспект, Гостиный двор, и пойдем гулять дальше. Обязательно зайдем с вами перекусить самых вкусных и красивых десертов в городе в кондитерской Анны Красовской. Кондитерская всегда очень нарядно украшена к любому празднику. Обязательно зимой в Санкт-Петербурге нужно посетить остров Новая Голландия. Кстати, здесь тоже на новогодних праздниках будет располагаться ярмарка.
Ну и обязательно сходите здесь на каток. А сейчас посмотрим, как украшено к Новому году творческое пространство на Васильевском острове Севкабель-Порт. В каждом уголочке города чувствуется прекрасное новогоднее настроение. Побольше гуляйте по Петербургу, наслаждайтесь городом и зимой. Маршруты для зимних прогулок по городу смотрите в предыдущих видео. До встречи!